Оп. Ой. Эх, ну кто так бьет? Вот раньше били, так били. Ой. Оп. Ой. Ух. Ой. Я принесу. Я с тобой. Ужас! Апчхи! Да где же мяч? Ура! Нашелся! Стой! Ты куда? Дорога эта очень-преочень опасная. Как же мы его достанем? Давай собьем его на обочину, чтобы машины не раздавили. Дедушка Филин! Дедушка Филин! Уху! Кто здесь? Наш мяч! Он на дороге! Помогите достать! Пожалуйста! Спасибо, дедушка Филин! Смотрите-ка, все правильно сделали! Если есть опасность, всегда обращайтесь за помощью к взрослым! Это не наш мяч. Это вообще не мяч. Похож на апельсин. Нет, апельсин оранжевый, а этот зеленый. Тогда арбуз. Разве бывают волосатые арбузы? Ты что, а вдруг ему больно? Ой. 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 А вот и наш мяч. О, какой грязный. А у меня личка есть. Давайте его польем. Кто это? Кажется, он спит. А? Какой хорошенький. А ты кто? Ты зверик? Или птичка? Может, насекомое? Куда я попал? И кто вы? Я ежик, у меня иголки. Я белочка, живу вон на том дереве. Я лисенок, у меня хвост. А я кабанчик, у меня вон какой пятачок. А я слоненок, у меня хобот, ду-ду. А у меня длинная шея и пятнышки, потому что я жирафик. А у меня полоски, я енотик. А я не знаю, кто я. Ди-д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 и-
Ди-ди-ди-ди. Диди, выходит, на дороге мы его спасли? И хорошо, что спасли. У меня такой раскидистой шевелюры никогда не было. Настоящее чудо. Ничего удивительного. Если ты встретил неизвестный предмет, он может оказаться чем угодно. Прогноз погоды слушали?
Ой. Куда это вы попрятались? По домам. А что такое дом? Дом – это место, где ты живешь. Вот смотри, улитка. У нее дом на спине. Ей хорошо, от дождя когда угодно спрятаться может. Ку-ку, я в домике. Нет, это не дом. А какой он? Дом. Ну вот, опять. Эй, Крот, это же Диди! Ку-ку, я здесь! Ой, как здорово! Только не видно ничего. Ну и где тут дом крота? А? Оп. Эй, оп. Да стой же ты! Оп. Нора крота подходит только для крота. У него такие длинные запутанные коридоры, что его дом можно никогда не найти. У крота отличный нюх, и он легко свой дом находит, а видит наоборот очень плохо. Но зачем ему под землей что-то видеть? Уж лучше бы видел, тянет к себе, что попало. Диди, вылезай, а то крот утащит. Ау! Вот у них домик так домик. Весело им всем вместе. Ого! Идем к ним в гости. Как же мы к ним пойдем? Мы им домик поломаем. И работать помешаем. Они очень-очень заняты. Я им помогу. Ой, сейчас верну. Да, сюда не пройти. А чей это домик? Это птичий домик. Мне нравится, но никого не дома, только эти круглые штучки. Это яйца. Из них родятся птенцы. Ой, а это что? Какие ровные дырочки. 1, 2, 3, 4. 6 уголков на каждый. Это улей, в нем живут пчелы. А дырочки? Это соты, в них пчелы хранят мед, запасы еды и растят детей. Беги оттуда, пчелы могут разозлиться. Они защищают свой мед и могут больно ужалить. Ой! А, не хочу, чтобы ужалили. Эх, дом найти непросто. Да еще, чтобы мне подошел. А может, мы тебе его построим? Вот глупые. Эту гадость вообще лучше не трогать. Красота! Ой. Ура, я дома. Только пахнет плохо. Чего-то не хватает. Ди. Что с ними? Пора по домам. Это дождь надолго. Я так и не нашел свой дом. А новый домик развалился, и все цветы завяли. На этой ужасной мусорной куче ничего не вырастет. А их в лесу все больше и больше. Послушай, Диди, живи у нас, пока не найдешь свой дом. Ура, ты будешь жить в моей комнате. Разные домики у всех. Белочка в дупле живет, но не как пчелы. Мы вот в норе живем, но не как крот. И енотик в норе. Я понял. Дом — это не просто крыша. Это место, где тебя любят и ждут. Thank you.
похоже на замок. А вот то летучая мышь. Сахарная вата, большая. Или зефир. Вкусный, наверное. Облака – это не сласти, это вода. Сама ты вода. Диди, а у тебя что? Зубрёнок. Разве? Больше на слона похоже. Что ты тут делаешь? Я забыл, когда у меня день рождения. Это так неприятно. Правда? А почему? Никто ко мне не придет. Но я же тут. Без подарка это не то. А что такое подарок? Подарок? Он такой, такой. Его тебе дарят, и у тебя будто вырастают крылья. И ты паришь от восторга, как на облаках. О, я понял, зубрёнок. Приготовься. К чему? Подарок дарить буду. Ой. Ой. Слезай с меня. Не могу, мне страшно. И высоты боюсь. А я низины боюсь. И как мне теперь лес поливать? Я сейчас прольюсь, и ты упадешь. Ой, беда. Диди, это ты зубрёнка на облако закинул? Что ты надел? Ему же страшно. Это ему подарок. Зубрёнок мне все хорошо объяснил. Подарок – это когда ты на облаках. Только он почему-то не рад. Вот, поглядите на них. Диди, зубрёнок плачет. Облако недовольно. Оно не может пролиться дождем, потому что уронит зубрёнка. В дела природы лучше не вмешиваться, чтобы не навредить ей. Ну вот, я думала, это и есть подарок. Я все исправлю. А мы на облако попадем? Надеюсь, что нет. Пока. Как же не понять, что такое подарок? Подарок дарить – дело непростое. Что ж, давайте устроим день дарения. А что это? Что это? День рождения – это дата, день дарения – всегда. Когда порадовать бы надо друга, бабушку, себя. Себя порадовать день первым дарения делом. День дарения без причины можешь разное дарить. Но внимательно к подарку всегда нужно подходить. Кто-то сам тебе расскажет, сюрприз порадует других. Дари конфеты сладкоежкам, а книги тем, кто любит их. Для радости не нужно даты особенной какой-то ждать. День, когда дарить подарки любой ты можешь назначать. Подарком может быть улыбка, и бабушкины пирожки, и слово доброе для друга. И ты. И я тоже. И ты. Папа-пара-пам, папа-пара-па. Это тебе. Я понял, что значит подарок. И что это такое? Когда вырастают крылья, я как будто на облаках. Ах! Ура! Я назову его Пачити.